Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша, и сегодня я вам предлагаю взглянуть в будущее и посмотреть, как же будет выглядеть приложение Healthbook, когда его представит компания Apple. Итак, поехали! Собственно, работает эта вся история на сайте, ссылку на который я оставлю в описании. Каждый из вас может попробовать приложение Healthbook. Итак, сразу же мы с вами видим, так сказать, имитацию нашего рабочего стола на нашем iPhone. Давайте перейдем в приложение Healthbook. Первое, что мы с вами видим, это карточку, в которой у нас есть две активные клавиши. Это Setup iWatch, то есть привязать часы, которые должна представить компания Apple к нашему смартфону, непосредственно к самому приложению Healthbook. Итак, мы видим Start using Healthbook, то есть просто без каких-либо сторонних устройств мы можем запустить приложение. Нажимаем на Start using Healthbook, и вылетают такие же карточки, как мы с вами можем наблюдать в приложении Pathbook. Давайте нажмем, например, на первую карточку, и здесь, собственно, у нас данные того человека, который, собственно, это все создал, это графический дизайнер. Ну и можем уже, собственно, переходить по разным вкладкам. Здесь, например, наша Activity, клацаем дальше, возвращаемся назад, давайте здесь мы видим с вами уровень, например, кислорода, я так понимаю, в наших легких, холестерол, значит, пульс дальше у нас есть. Ну и, собственно, можете перемещаться по вкладочкам и смотреть, что у нас есть. Также есть информация, например, о нашем сне. То есть, довольно-таки хорошо сделано, конечно, бывают вот такие вот, как вот здесь сверху, небольшие баги, но все-таки, как для сайта, я думаю, что это довольно-таки замечательно. Ну а на этом, собственно, все. Думаю, что приложение Healthbook покажут уже 2 июня на WWDC. А так, ссылку на этот сайт вы найдете в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!